Меня зовут Фахима Хамдан. Я учусь на третьем курсе на кафедре русского языка в университете Дамаска. У меня есть вопрос. Что означает выражение «петь дифирамбы»? Откуда оно появилось? Здравствуйте, уважаемые зрители! Греческое слово «дифирамб» означает жанр хвалебных хоровых песнопений, близкий к гимну. Первоначально дифирамбы посвящались богу плодородия и виноделия Дионису, а позднее и другим божествам и героям. В русском языке слово «дифирамб» приобрело переносное значение «преувеличенная восторженная похвала». Выражение «петь кому-либо дифирамбы» означает с восторгом отзываться о чьих-либо достоинствах. Употреблять этот фразеологизм можно, он вполне литературный. Однако следует помнить, что в нем содержится иронический или негативный оттенок. То есть он обозначает похвалу незаслуженную или неискреннюю. Русский язык – великий, могучий и очень интересный.